Всем привет! В этом видео хочу представить вам Real Soundpack by Leo. Это Real Soundpack для самолета Flight Factor 777-200 для симулятора X-Plane. Что здесь нового в этих звуках? Во-первых, то, что вы сейчас слышите, это тоже относится к этому Real Soundpack. Кроме того, изменены все звуки, которые шли с этим самолетом, и дефолтные звуки. То есть абсолютно меняет атмосферу. То есть нету таких звуков, которые были раньше, свистящие, визглящие, да. То есть при зависании, предположим, там подгрузки сценария, там что-то шипело, где-то свистело. Сейчас такого нет. Все намного чище, и безусловно, это вот добавляет реализма. Ну, давайте пройдем в кабину пилотов. Собственно, вот то, что изменено, вы это все слышите. То есть, что нового в кокпите? Во-первых, изменены звуки нажатий, звуки рабочих поверхностей, различные автобрейки, закрылки, спойлеры. У всех присущий свой звук. Ну, давайте, собственно, начнем включать постепенно кабину, да? Вы все сами слушаете. Так, ВСУшку запустили. Давай подключим генераторы. Electrical power is on. Вот эти вот включатели Lenny Classic стали более реалистичные. Taxi lights, strobe lights. Так, ВСУшку запустили, теперь подключим кондиционер. Отбор воздуха от ВСУ. То есть воздух шумит, естественно. Со временем он потише сделается, поэтому вы не переживайте. Кроме того, кто приобретает данный саундпак, в качестве бонуса получаете набор российских ливрей. Трансайр, Аэрофлот, Уринейр и прочее. S7 обязательно. Также карты для навигации в аэропорту. То есть полные карты, чарты захода российских аэропортов. Еще получаете настройки камер, вот эти вот, для удобного перемещения. То есть вид на турбину, вид на шасси, вид из салона. То есть настроечки просто закидывайте и свободно перемещаетесь по салону. MCDU и чек-листы остались те же самые, я просто не нашел лучше. Поэтому так как оно здесь реализовано, оно в принципе так и останется. Что еще нового? Чек-листы остались те же самые, которые с ним шли, в принципе, изменять их нежелательно. Я лично обновил самолет
через утилиту, которая находится в корне с самолетом. То есть называется она Java Updater, инструмент Updater, да, такая джавовский файлик такой. Нажимаешь его, вводишь свой e-mail, серийный номер, и он тебе сам обновляет версию. PA System, да, то есть тоже здесь что-то изменено. Например, вместо Welcome звучит гимн Трансайра. В этот момент можно сделать загрузочку. То есть можно в этот момент начать загрузку. То есть вот эти настроечки вы тоже получаете. Так, есть еще Лондон, Пальма де Майорка, Цюрих, Дубай, Питер, Сочи, Домодедово, Шереметьево. Ну и еще там что-то и было, по-моему. Звуки закрылок тоже изменены, звуки реверса и звуки предельных нагрузок также изменено. Сейчас отключим эту штуку. Также изменены звуки реверса, я вам уже говорил, звуки предельных режимов, то есть на форсаже он более реалистично гудит. Что еще? Если вы выходите какие-то предельные нагрузки, которые больше там 3G, да, то есть пассажиры начинают возмущаться. То есть также аплодируют пассажиры после посадки, только они аплодируют не так, как было на дефолтной версии, а так, как присуще только у меня. Поэтому, ребят, стоимость смотрите в описании, делайте донат и скачивайте. После доната ссылка придет на скачу в течение 15 минут. Обязательно, если вы делаете донат, то, соответственно, пишите свой электронный адрес без пробелов, то есть точности. Так, мы осуществляем загрузку, топливом и пассажирами. Так, смотрим, что у нас по топливу. Так, все, загрузку мы сделали. Закрываем двери. Ну и сейчас послушаем звук запуска двигателя. В принципе, в этом ничего сложного нет. Так, мы еще не послушали закрылочки. То есть все мы помним, как они громко, какой неприятный звук был, да, на предыдущей версии. Послушайте. То есть он стал более аутентичный, реалистичный. То есть в самой кабине как бы и не должно слышно закрылок. Ну вот какой звук доносится, какой был записан, он здесь передан. Так, давай запускаем Starting Engine Right. Right Engine Start. Fuel Cut On.
Окей, Engine Ride is started. Ну, не совсем, но тем не менее. Start Engine Left. Кроме того, изменены еще и звуки контакта, то есть пока мы едем, слышим совсем другие звуки. Так, те, кого заинтересовало, читайте описание, делайте донат, скачивайте и наслаждайтесь.